Сегодня здание находится в плачевном состоянии. Частично разрушена балюстрада. В негодность приходит каменный фундамент. Срочного ремонта требует крыша. Днем у подножия постройки раскидывается стихийный рынок. А портик особняка используется под склад товаров и свалку пустых коробок. Территориально дом-усадьба находится на площади Свободы перед поворотом на улицу Фурманова. Дом знают практически все рязанцы. Он очень запоминающийся. Резной мезонин и колонны. Подобные здания обычно строят из кирпича, а этот из дерева. Кстати, последний деревянный дом в Рязани в стиле ампир. Усадьбе повезло дожить до наших дней, но сейчас она находится в ужасном состоянии. А ведь дом своего рода хранитель этого места. Он видел многое. Видел церковь на площади Свободы, которая была варварски разрушена, цветочные уличные часы и стеллу, которая стоит до сих пор. Судьба его вызывает очень большие опасения, несмотря на то, что охранный статус, казалось бы, защищает этот дом, но не с числа, значит, примером, когда памятники в Рязани просто уничтожаются, целенаправленно уничтожаются. Поэтому очень беспокойно за этот дом. Жемчужина архитектуры держится сейчас из последних сил. За два века в нем, если верить историкам, реконструкции ни разу не было. Наследники ремонтировали дом в 50-х годах 20 века своими силами. Кстати, удивительный факт. В советское время усадьбу у хозяев не отобрали. Почему дом, толком ни разу не ремонтировавшийся, еще окончательно не развалился? Краеведы говорят, что построен он из надежного материала – дуба. Вот был еще до 90-х годов сохранялся флигель, который образовывал с этой усадьбой единое целое. То есть и дом с флигелем соединялся забором с воротами. Вот, обширный сад дополнял эту усадьбу. В саду тоже сохранились фотографии. Была беседка, то есть это была совершенно такая замечательная усадьба, очень крупная, между прочим, усадьба. И на середину 19 века она была, пожалуй, самой богатой, значит, в этой части города. То есть вот с какой стороны ни посмотри, совершенно замечательный дом, замечательная усадьба, замечательные владельцы, очень большая редкость. Пойдите, поищите еще ампирный деревянный дом. Напомним, выставленная на аукцион территория входит в границы археологического наследия, культурный слой острога и посада Переяславль-Рязанский. Высота застройки здесь ограничена 15 метрами.